Добрый день, меня зовут Янош Грига. Я музыкант, я гитарист, я пишу музыку. Увидев пост своего товарища, озвучить сериал. Чтобы вы понимали, это из полной тишины, имея только продублированный голос. Все, тишина. Вот и бабулина дверь, помнишь? Нет, такого бы я не забыла. Я взялся за это, мы встретились в офисе, посмотрели видеоряд, обсудили некоторые моменты. В общем, по пути домой я уже накидал текст заглавной песни, скинул Дарье, она дала добро, и на утро, в принципе, уже трек был готов, потому что все, в принципе, было очевидно, была понятна мне история. Этот творческий процесс исключительно. Во-первых, ты смотришь на картинку, ты видишь персонажей, ты считываешь эмоцию с персонажей. Даже просто тишина, но ты понимаешь настроение. И у тебя уже появляются какие-то лейтмотивы. Тебе хочется из этого сделать какой-то уже клип. Какой-то фон нагнетающий, а где-то наоборот, как-то сентиментальная мелодия на фортепиано. Если хочешь вызвать какую-то слезу, с отца уже смотришь, что плачешь. И все это подкрепляешь музыкально, все это сводишь. Проект огромный, чтобы вы понимали, если ты пишешь какой-то трек, у тебя ну, там 30-40 дорожек. Здесь 15 минут сериал, у меня получилось около 360 дорожек. Когда мы встретились в офисе и обсудили работу с сериалом, как мне нужно было его озвучить, я, в принципе, сразу понял фронт работы, я понял, что мне нужно сделать. Изначально задача стояла написать музыку. Музыку я всю жизнь это делаю. Труда для меня не составило. Я в первые же дни каждому практически персонажу написал музыку. Прям сразу. Но потом поступила задача все переозвучить, то есть сделать полный эмбиент, всю атмосферу. И тут я немножко присел, потому что я этим особо не занимался. Но мне стало очень интересно. Это очень увлекательный опыт. Взялся за это, я попробовал, взял фрагментик. И понял, что это будет тяжело, что это будет не очень быстро, но потом я темп наращивал уже. Там первая серия столько-то заняла, и вторая меньше времени. Но ожидая, что люди посмотрят, но все-таки в фильме ярко выражены эмоции персонажей, интересная история. Интересно, что будет в конце. Начинаешь болеть за персонажа, кого-то ненавидеть, а на кому-то сочувствовать. То есть фильм насыщен эмоциями. Хочу рекомендовать сериал посмотреть его. Потому что он получился по-настоящему интересным, увлекательным. Была большая проведена работа. И что самое радостное, что не зря. Сам работая над фильмом, каждый раз я ждал новую серию, чтобы взять ее в работу. Поэтому ждем от вас комментариев. Нам это очень важно. Всем приятного просмотра. Спасибо.